что вы будете делать с таким вот предложением? Аптавачанамча, аптавачанамча, аптавачанам. И вот переведите, пожалуйста. Да? Разумеется, никто не мог это переводить. Да? Это, кажется, из откуда-то из, то ли, может быть, не из Санкья-карики, а из какого-то санкийского, по-моему, трактата. Это дефиниция термина аптавачанам. Да, и надо просто понимать, это понимает, разумеется, это надо знать, что это так, что обычно подлежащее стоит в конце, если это в этом в именном стиле санскрита, да, то есть надо с конца понимать, что аптавачанам это как аптавачанам, так и аптавачанам. Тоже пока не очень понятно, да, но это значит, что термин аптавачанам обозначает как авторитетное слово, так и слово авторитетного лица. Да, вот это вот. Такое вот аптавачанам это как? Это аптасьявачанам, слово авторитета, и аптамчавачанам, да, и авторитетное слово. Вот. Это вот две. Ну, мы, конечно, смеялись. Ну, вот такие вещи, да, нельзя знать, пройдя просто вот курс вводный санскрита. Ну, и одним из таких важных, коллега Прайц, одним из важных методов он видел как раз введение нас такие в подробности вот в том, что касается самас.